Алексей Навальный в течение многих лет был одним из ведущих критиков Кремля и символом надежды на перемены. И имел все шансы стать президентом России. Его смерть стала частью трагического сценария на фоне формальных президентских выборов, сообщает фонд «Свободная Россия». Теперь это наглядный урок для всех, кто думал о том, чтобы противостоять Путину, считают эксперты. Из этого можно будет извлечь уроки, и, конечно, это окажет сдерживающее действие на любую политическую оппозицию центральной власти. По мнению аналитиков, в России на данный момент нет существенного оппозиционного движения, как нет и оппозиционного движения за пределами России, которое действительно может влиять на события в стране. Самая большая проблема, от которой годами страдает российская оппозиция, заключается в том, что она никак не может начать скоординированное движение к понятной цели. Если бы смерть Алексея смогла подтолкнуть российских оппозиционеров в эту сторону, это было бы невероятно важно. Но если честно, я сильно удивлюсь, если это все же произойдет. Может быть, его смерть заставит оппозицию сплотиться». Грэм Робертсон, политолог, в интервью изданию «Медуза». Кремль своими действиями максимально демонстрирует. Инакомысля в России быть не может, говорят эксперты. Доказательства этому ряд политических убийств за последние годы и массовые преследования неугодных. Это показывает, что приговор в России сейчас для оппозиции это не просто тюремное заключение, а смерть. Я думаю, это также показывает, что Россия сейчас как бы бросает вызов Западу. Однако смерть Алексея Навального может способствовать объединению оппозиции, считают правозащитники, если ее представители смогут консолидировать свои усилия и отбросить те разногласия или амбиции, которые у них могли появляться при спокойном течении жизни. Я не думаю, что российская оппозиция сможет создать подобного лидера прямо сейчас. Мы можем только надеяться, что команда Навального и, возможно, его жена подхватит знамя и попытается сохранить то влияние, которое они имеют на многих россиян, и влияние, которое они имеют на многие западные институты. Заставит ли это их пополнить ряды других российских оппозиционеров, я в этом сомневаюсь, но я точно надеюсь на это. Мнение экспертов на данный момент сходятся в том, что оппозиционеры сейчас не могут объединиться вокруг какого-то политика просто потому, что теперь он лидер. Такая фигура должна возникнуть естественным образом, так же, как это было с Навальным, но пока среди российских политиков такого человека политологи и аналитики не видят. Наталья Гусоходимиштенгелов для телеканала ⁇ Фридом ⁇